Всем большой привет. Спасибо, ребята, что вы находитесь на моем канале, смотрите это видео. И сегодня видео необычное для моего канала. К нам обратился Виталий Саврей. Этого молодого человека многие знают в Караганде, в Темиртау. Его история освещалась в прессе. Я не буду рассказывать о содержимом ролика, вы его сами посмотрите. У меня просто к вам огромная просьба, ко всем моим подписчикам, все, кто видит, слышит. Давайте поможем этому молодому человеку в его беде, или я так, наверное, не буду говорить, наверное, лучше неприятности, потому что парень очень крепкий духом и очень похож на меня. Боец самый настоящий. Ничто его не может поколебать. И мне очень хочется ему помочь. И я думаю, что и хотелось бы думать, что и вы ему поможете. Здравствуйте. Кстати, меня зовут Виталий. Я обращаюсь в общество ОСА. Общество по содействию автомобилистам. За помощью обращаюсь. Меня зовут Виталий Саврей. 26 лет на данный момент. 18 лет работая на заводе, я потерял ногу, остался без помощи. Начал судиться с производством, где я работал на тот момент. По закону они были обязаны, но так как у начальника не было ни имущества, ничего, ни счетов, он оставил меня без помощи. А работая с адвокатами, они мне рассказали, то, что можно все это возложить ответственность на государство. Но государство не берет ответственность, потому что есть работодатель, он мне обязан. Он мне не может ничем помочь, и государство не может ничем помочь. Теперь мне остается только просить у вас помощи на то, чтобы собрать на протез. Я нормальный молодой человек, который занимается спортом, люблю велоспорт, плавание, занимаюсь работой в мастерской по ремонту обуви, развиваюсь, есть много друзей, общительных, талантливых, имеются сайты в Одноклассниках, в Инстаграме. Вы можете зайти и посмотреть, как я живу, что я делаю. Я лишь только прошу помощи на то, чтобы собрать на протез. Уже 7 лет я хожу без ноги. А в течение этих 7 лет у меня много раз болело колено, ступня, поясница, таз, спина и так далее. А в течение этих 7 лет атрофируется маленькая вот эта вот нога, короткая. Поэтому становится хуже и хуже с каждым годом. И если мне не помогут люди добрые, то мне не поможет никто. Я прошу у вас помощи. Все ссылки на реквизиты будут указаны в описании к ролику. Помогите, ребята, парню. Удачи всем. Увидимся.